затапливают все дома, и люди вот так вот... Слушай, мы тут... Сними ее, а нет, старая. Старая, а ну давай. Улицу затопило. Да давай так, на газку. Не, ну мы, слушай, смотри, как джип едет, блядь. Мы не проедем там. Да проедем, если вот так. Ё-моё. Нет, ну тент там, ну... Блядь, как нам вот, там... Блин, реально, вот без GPS-а хрен туда заедешь, да? Как пробраться на ебаную сторону? Да давай реально, давай попробуем туда заехать, то вот так вот с разгоном. А потом, блядь, в тавинг, блядь. Да чё в тавинг? Выслухами её. Ага. Я так 100 раз делал на Жигуле. Вон, видишь, нормальный человек там парканулся себе. Давай, с разгона. Хит-стоп. Ё-моё. Жесть. Что творится, да? Ну, мы видим, он там не глубоко засел, он просто стал, ему похер. Нам надо просто через реку проехать, видишь? Нам надо на мост, а не под мост. Через реку? Ага. Ну вот, видишь, сейчас мы так и выйдем. А где мы стоим? Вот, на мост надо. Не вижу, забри палец. А мы где? Ну, а мы вот. Ну так попри... Да мы на мост не пойдем, блядь. Ну, GPS показывает, что попадем. Ты понимаешь, что затоплен хером тут мост? Видишь, до сюда вода дошла. Как хочешь. Пиздец. Было бы весело, я думаю. Не сомневаюсь. У нас вообще скучного не бывает, ничего. Как выброс с этой ебаной ёбой, да? О, 20 разгона. Как будто, знаешь, АТО прошло у них, местная американская. Да. Там коктейли Молотова лежат, там, знаешь. Охренеть, как отсюда на хуйне? Церковь или что это? Ясно. Блядь, дорога закрыта. А ну сразу спрошу нахуй. Давай, подержай. Чё с моей стороны-то? Бля. Да-да, сейчас он подойдет. Hello, sir. Hi, sir. How to get to the other side? We lost. Go back here. This interchange back here. Uh-huh. Go south all the way to Highway 30. Uh-huh. Over to 380 and north. Follow your map, okay? Yes. Okay, thank you. Я походу уже все задолбали за сегодня. Он еще, смотри, мусор какой-то приехал, мажорный. Он видел, это вообще на Форде. Чего у него одна мигалка эта бедная? Это половина. Sir, we are sorry, our GPS show us only this way. How can we get on the side? Interstate? Trying to get on the interstate? Yes. Just follow these people right here. She just got the directions to get on the interstate. Oh, yeah. Okay, thank you so much. Thank you, guys. Follow this guy. Ты поросенок сидел. Так, соляра! Давай за солярой. Он сейчас подумает, и ладно. Вот, смотри, жирного дави. Чёрток в океан, блин, какой-то. Мы вы... Не,
далеко. Моя радость. Да. Просто ужас, просто нереально выбраться из города. Два друга уже. Никогда не мог подумать, что вдвоем будет папа. Рабочие будни! Установили модем, движняк, блядь. Поставил опять модем пацанам. Опа, вот он. Правда, в подвале. Вот это такое. Житейское дело. Бабушка на комара. Даунтаун в Спрингфилде. Весело. Просто Санти, весело? Ему поставили 100 баксов. Если бы он был черным, его уже пристрелили. Вот он синий. А синий? Он тоже обдолбанный. Да, ему плохо. Ну, мусора нормальным фейербэком дреблю. А? Три тачки, чтобы повязать нового типа. Четыре. Четыре машины. Немножечко работы. Короче, ситуация такая. Вон там все провода, и надо кинуть еще один провод на крышу. Но лестница очень-очень короткая. Давай дальше. Давай я скажу, когда. Ладно. Полностью? Ну все. Катушка крутится. Работа идет. Что, достал? Да, вот так вот и работаем. Сейчас что-то спижу у него в тачке. Кто там спрятался? Это будет твой первый драп, что ли? За два месяца пора бы уже. А где та линия? Ага. Поменялись местами. Как там? Че, откручивается? Кидаем драп в гараж. Ну что, там долго еще? Саня сломал баксу. Ну, бывает. Что у тебя проблема застала, Сань? Или у меня камера запотела? Проблемы? Как тебе сказать? Сломалась тачка. Опять. Какая машина? Так что, она вообще не заводится, Сань? А ну, покажи коробку. А, ну это потому, что она паркинг. Знаешь, она как бы работает, то есть она видит, но так.
поеботов везде. Тупой ублюдок, блядь, куда ты, сука, ебешься? Не проедешь, сука, все равно, блядь. Ебать. Да. Да и здесь такая хуйня, ебаный в рот, блядь. Естественно. Ты задумал. Куда ты хуйня? Чтобы заехать в Нью-Йорк, блядь, заплатили 30 баксов, блядь. Это пиздец. Пизда, блядь. Что это такое? Нью-Йорк. Самое быстрое движение в мире. Ну, есть такое. Опять не в том. Не в том. Да, бензин одинаково стоит нормально. Ага. Ну, это... Беспредел. Голуби тоже охуевшие, так не стрельцами. Жесть. Я говорю, просто сюда приезжайте, будет тут. Мусор тоже как у нас. Ну да, это нормально. И дом. Пожалуйста. Икру. Рыбка. Нихера себе. Так, где икра? Доброго дня. Доброго вечора. А, у вас є икра? Червона? Червона? Да. Червона там. Там все? О. Все равно, що в Україну приїхав. Тихо. Сирочки. Саня, все, хорош. Мы за икрой пришли. Кусочек Бруклина. Да, я чую, наверное, тут просто музня. Тут чувак играет на сцене. Это такой...